Еженедельное оперативное совещание прошло в администрации. Итоги минувшей недели подвели руководители структурных подразделений и органов администрации. На минувшей неделе люберецкой полиции было раскрыто 42 уголовных дела по горячим следам. Также в преддверии новогодних праздников представители правоохранительных органов попросили уточнить организационные моменты, чтобы избежать опасных ситуаций. Хочется, Владимир Петрович, уже попросить, чтобы руководители наших учебных заведений культурно-массовых подготовили и торговли, где будут у нас рыночные базары, тусилочные базары, где будут у нас разрешение на петарды, что мы заранее уже со службой пожарной проверили эти организации, которые будут торговать, чтобы у них были специальные помещения. Кроме этого, на совещании обсудили благоустройство округа, в частности, капитальный ремонт подъездов. Еженедельно приемка готовых работ осуществляется совместно с главой Владимиром Ружицким. 1298 подъездов нам необходимо выполнить, 1243 подъезда уже выполнено, это 96% плана. На следующей неделе мы закончим в полном объеме ремонт подъездов. На совещании также было отмечено, что в связи с началом зимнего периода необходима регулярная уборка снега с проезжей части. Из-за таяния снега происходит подтопление пешеходных зон, и для предотвращения подобных ситуаций представителями власти предприняты соответствующие меры. С целью ликвидации таких участков главой городского округа Люберцы Владимиром Петровичем Ружицким в рамках бюджета 2018 года выделены целевые денежные средства. Работа будет начата в весенний период при наступлении благоприятных погодных условий. Закончен опрос на интернет-портале «Добродел». Основываясь на предложениях жителей городского округа Люберцы, разработан предварительный адресный перечень ремонта дорог. Помимо этого, на еженедельном совещании обсудили вопросы украшения Люберецкого округа к предстоящим праздникам, а также планы работы на 2018 год. Мария Антонова, Сергей Гвоздев, Дмитрий Радзянко, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Наталья Григорьева, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайки и всегда будьте в курсе интересных событий.